Привет всем и добро пожаловать на 7-й урок курса «Давайте потанцуем». Сегодня у нас по плану танец пасодобль. Это 4-й танец латиноамериканской программы, хотя имеет испанские корни. Мы сегодня с вами разучим 4 движения и сложим их в одну небольшую композицию. А для начала сделаем разминку. Это домашнее задание прошлого урока «Танец медленный фокстрот». Медленно повторяем за мной и затем под музыку продолжим уже исполнять всю связку. Сразу ставим вам спиной. С правой ноги делаем шаг назад. В сторону на носочки опустим. Вперед. В сторону на носочки опустились. Назад шагаем. Раз, два, три, в сторону на носочки. Вперед. Раз, два, три, в сторону на носочки. Прокачались вправо, влево. Полный поворот и все сначала. Медленно, быстро, быстро, медленно, под музыку. Медленно, 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 быстро, быстро, медленно, 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 быстро, быстро, вправо, влево. Повернулись и сначала slow, quick, quick, slow, quick, quick, назад, 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 quick, quick, вперед, 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 quick, quick, вправо, влево, повернулись, начали сначала, быстро, быстро, медленно, быстро, быстро, назад, 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 быстро, быстро, вперед, 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 быстро, быстро, вправо, влево. И slow, quick, 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 slow, 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 quick, quick, вперед, вперед, вперед. Мягкие колени, два, повернулись, и медленно, быстро, 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 назад, три шага, quick, quick, вперед, quick, quick, вправо, влево. И slow, quick, quick, slow, quick, назад, 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 quick, вперед, 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 quick, quick, вправо, влево, поворот, и slow, quick, quick, slow, quick, quick, назад, 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 quick, quick, вперед, 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 в сторону. Право, лево, поворот, все сначала. Раз. Наверх, назад, назад, назад. Вперед, вперед, вперед. Молодцы. Хорошо, размялись, разогрелись, вспомнили, что было на прошлом уроке, а значит, уже не забыли. Мы переходим к танцу пасодобль. Мы разберем сегодня такие движения, как сюрпляс. Некоторые названия в танце пасодобль французского в силу того, что когда танцы как бы развивались, да, то есть много было именно хореографических школ французских, и взято это все вот из классического балета, да, и какие-то позы. В общем, мы с вами начинаем с сюрпляс. Это такие шаги на месте. Затем у нас с вами будет шоссе вправо и влево. Да, затем у нас будет движение бота-фога, то, что мы как бы в самбе разбирали здесь для пасодобля, только в новом стиле. И Grand Circle, такая прогулка по кругу. Первое, с чего мы начнем, это как мы стоим в танце пасодобль. Я рассказывал, что у нас есть 2 танца из 5 в латиноамериканской программе, когда стопы стоят параллельно друг к другу. Это самбо и пасодобль. В румба, ча-ча-ча и джайв у нас носочки смотрят наружу. Самбо и пасодобль мы танцуем, когда стопы параллельны. Также эти 2 танца, самбо и пасодобль, характерны тем, что они исполняются с продвижением по залу в направлении против часовой стрелки по кругу. Да, так называемая у нас есть линия танца. Ча-ча-ча, румба и джайв, они более статичны. В нашем случае мы сегодня тоже будем стараться исполнить, такая у нас связка пасодобль будет, чтобы мы использовали небольшое пространство. Итак, стопы параллельно. Дальше следующее отличие. Мы здесь наоборот подаем вес тела сильно на подушечке, вперед убираем таз. То есть если в других латиноамериканских танцах мы таз ставили над пятку и солнечное сплетение подавали вперед, то здесь наоборот. Мы таз подаем вперед над подушечками, пятки стоят на полу, но фактически, да, мы на них не давим.
Стоим уверенно. А грудная клетка у нас чуть-чуть проваливается как бы вовнутрь, но не так, чтобы мы не выглядели сутулыми. Да? Убрали назад, таз подали вперед. Хорошо. Руки. Значит, ставим таким образом, чтобы у нас сейчас пока не задумываемся о кистях, об этом чуть попозже. Ладошки выпрямили, и чтобы у нас получилась овальная позиция, что нету углов, то есть локоть, гладкая позиция, и продолжается, да, с ладошкой, с запястьем, круглая позиция. И на месте мы, чуть-чуть приподнявшись от пола, подушечки, на подушечках стоим, пятки от пола, начинаем делать марш на месте, на подушечках. Раз, два. Раз, два. Таз впереди, грудная клетка провалена. И маршируем на месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот это и есть сюрпляс. Значит, начинать мы с вами будем все с левой ноги. Да? То есть мы начинаем с вами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Давайте еще разочек. С левой ножки приподнялись на подушечках. Плотно, да, наступаем подушечкой на пол. Сильно стараемся, конечно, не стучать, но достаточно высоко мы можем отрывать ноги от пола, чтобы было видно, что мы туда как бы переносим энергию, да, вниз. Раз. Начинаем с левой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Под музыку. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Продолжаем маршировать. Проверили, где находится таз. Косточки впереди. И мы на подушечках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Коленки чуть-чуть мягкие, чуть-чуть согнутые, не на прямых, потому что таз подаем вперед, и коленочки такие у нас тоже круглые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следите за тем, чтобы оставаться на одном месте. Стараемся удержаться на одной точке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такое вот вроде простое движение, но оно требует своего внимания к тому, чтобы получилось остаться на одном месте. Итак, двигаемся выше, да, с ног поднимаемся к рукам. Как мы будем с вами работать руками? Когда мы танцуем сюрпляс, руки через стороны будем с вами поднимать наверх и потом через стороны опускать вниз. Все, конечно же, не просто так. То есть у нас запястье делает круговое движение. Мы, значит, когда поднимаем через сторону, мы вращаем кисть вперед. Раз, два, три, четыре. То есть это у нас будет с вами, я считал медленно, 8 ударов быстрых, да, 4. Вот, и в конце мы оставляем ладони тыльной стороной друг к другу. Помним, да, животики подтянуты, то есть мы тут не расслабляемся. Несмотря на то, что таз вес тела потом вперед, животики у нас подтянуты. Да, но сейчас об этом не думаем, давайте руки. Когда мы открываем их, то мы их двигаем наоборот от себя. То есть запястье вращаем в другую сторону. 7, 8. Чтобы начать движение, мы делаем такой некий акцент в руках, раскрываем их. Раз. И дальше начали вращение внутрь. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 зафиксировали. Обратно от себя. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Каждый раз на каждый удар не будем с вами наяривать, да, вращение. То есть на два удара. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И обратно тоже. Два удара, один круг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, значит, делаем таким образом сейчас. Мы начинаем маршировать с левой ноги, то есть ноги делают свой марш, сюрпляс, который мы только что пробовали.
А руки через стороны открываем и вращаем в запястье. Встали, значит, вес тела над подушечками, круглая позиция в руках. И с правой ножки начали. Раз, акцент, руки раскрылись. Дальше, два, пошло вращение. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Продолжаем марш и раскрываем руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пришли в исходную позицию. И снова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Повторили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да. Сейчас вы можете ощутить, что у вас предплечье даже, да, мышцы начали там немножечко так загорелись, да, то есть поработали. Вот, также часто мы видим в испанских танцах, что сюда подключается и работа пальцев. Да, то есть, чтобы не просто ладошки, да, вращаем, хотя эти элементы знакомы. Мы сейчас с вами добавим следующее действие. Когда мы закрываем кисть внутрь, то мы как будто бы от мизинца складываем такой лесенкой. Мизинец безымянный, средний, указательный, большой. Попробуйте, открыли ладошки и сделали такое действие. Раз и закрыли. Раз и обратно открыли. Раз и открыли. Лесенка. Раз и. Раз и. Раз и. Раз и. Раз и. Получается, что когда мы кисти вращаем внутрь, мы закрываем от мизинца. Раз. И повернули ладошки тыльной стороной. Вот после того, как ладошки стали тыльной стороной, вот здесь мы начинаем движение уже следующим образом. У нас идут средние пальцы внутрь закрываются. Средние. Потом закрывается мизинец указательный, большой. И мы открылись. Еще раз. Внутренний, безымянный и средний палец. Дальше. Указательный и мизинец. Большой закрыли и открыли. Внутрь мы закрываем от мизинца к большому, а наружу мы открываем от внутренних пальцев и наружу. И раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и. Получается, когда мы здесь стоим, мы пошли раз, и у нас здесь мизинец закрывается, от мизинца лесенка. Назад мы идем средние и большие, средние и большие, средние и большие. И тогда у нас руки становятся кисти выразительными, да, то есть мы дополняем наше вращение в запястье, в руках, круглой рукой, мы добавляем выразительности за счет пальцев. Погнали, делаем еще раз. Открываем. Раз. Открыли. И дальше руки пошли внутрь. От мизинца. Два. Три. Четыре. И тыльная сторона ладони. И обратно. Раз. Два. Три. Четыре. Пришли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8. Добавляем ногами сюрпляс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей. На этом пока остановимся. Значит, сюрпляс и знакомство с работой рук. Следующее движение – это шоссе. Шоссе у нас будет с вами влево и вправо. Значит, я сразу стану к вам спиной. Здесь мы начинали в пасодобле с левой ноги сюрпляс, для того, чтобы левая нога у нас в конце была свободна. С левой ноги мы делаем шоссе в левую сторону. Действие происходит на подушечках. Мы идем раз, подушечка, два приставили, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Мы сделали 8, и у нас правая нога занята, а нужно шагать вправо. Для этого мы сначала на месте делаем левой ногой шаг, топнули, раз, и отправили энергию в пол. Это действие называется апель, еще одно французское название, то есть это удар ногой в пол.
пол для того, чтобы для смены веса. Теперь мы можем делать шоссе вправо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замерли. Здесь у нас ноги открыты на счет 8. Есть. Давайте еще раз сделаем шоссе влево. Вес тела на подушечках. Шагаем в левую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь апель. Топнули. 1, пошли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ноги открыты. Да, запомните, что разница, когда мы идем налево, на 8 у нас ноги собраны. Когда мы идем направо, на 8 у нас ноги открыты. Повторяем. Идем в левую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Топнули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Еще раз влево. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Топнули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И для того, чтобы здесь нам снова освободить левую ногу, и она была рядом, мы с вами будем делать 8 ударов сюрпляс на месте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, пошли влево шоссе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На месте топнули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюрпляс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Апель. Топнуть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть. Вместе делаем. Значит, начинаем мы с левой ноги идти в левую сторону. Я зеркально к вам. Таз подаем вперед. Грудная клетка провалена. Тонус в теле, да, есть, мы подтянулись, да, для того, чтобы устойчиво держать свое равновесие, баланс. Шагаем влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На месте. Топнули. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сюрпляс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Когда топнули, всей стопой по полу. Вся стопа. 1, дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Класс. Значит, попробуем теперь сюда приделать руки. Мы начинаем сюрпляс. 1, руки в стороны. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тыльная сторона ладони. Теперь, когда мы делаем шаг с вами влево. 1. Мы делаем с вами наклон в правую сторону и открываем правую руку. То есть у нас образуется такой уголок в руках. Давайте еще разочек. Были 8. И быстренько пошли. 1. Продолжаем шоссе. 2. Наклон в правую сторону делаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше 8. Значит, мы на 8 собрали руку. На 1 делаем апель. 1. И обратно шагаем. Теперь наклон в противоположную сторону. В общем, если мы идем с вами вправо, то наклон в левую сторону. И открыли левую руку, вторая рука наверху. Пока оставляем такую форму. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, вот мы пришли 8. И резко на 1, когда мы делаем сюрпляс, мы опускаем руку. И 1, 2, снова по кругу. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шагаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, смена руки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки вниз. 1. Да, через закрес, замах. 1. Вниз. Резко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, и на протяжении всего шоссе у нас медленно опускается с вами рука. Мы делаем наклон сейчас в правую сторону. И медленно-медленно опускаем руку. 5, 6, 7, 8. Смена. 1,
И медленно с наклоном в обратную сторону опускаем руку, сохраняя наклон. Широкая позиция. И снова мы на месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Yes. Так как мы с вами говорили о вращении кистью, то, конечно же, в момент шоссе и раскрытия руки мы добавляем эту выразительность. Кисть вращается от себя, от себя, от себя, смена, от себя, от себя, от себя, встали вниз, да, пошли сразу же, и наверх. Попробуем соединить, начинаем мы с сюрпляс на месте, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, и два, и три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, смена руки, топнули, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поворачиваюсь к вам спиной и делаем вместе, без остановки, чуть-чуть побыстрее я буду считать. Приготовились. С левой ноги на месте сюрпляс. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шоссе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть. Несмотря на то, что мы сейчас делаем это достаточно медленно, да, и кажется, что простые движения, темп в пасодобле у нас 60 тактов в минуту, да, то есть это единственный танец, у которого есть фиксировано три части, да, то есть мы танцуем, есть первая часть и вторая часть, и третья часть, все это вместе, 2 минуты 5 секунд. Но, как правило, в спортивной практике три части играют только финальных турах соревнований. До этого в первых турах соревнований играют две части. То есть это получается тоже где-то около полутора минут. И танец пасодобль тем и прост, с одной стороны, да, что это танец позиций. Но сложен тем, что если в других танцах вы сбились, вы можете начать с того места, где сбились, в пасодобле у нас уже уйдет музыка из этой части, да, и нам нужно будет танцевать только то, что поставлено конкретно на этот промежуток времени. То есть пасодобль – это всегда постановочный танец. Вот это нужно понимать. Хорошо, вдох-выдох сделали. Давайте попробуем станцевать сейчас под музыку с вами эти три движения. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Топ, ноль, два. Пять, шесть, семь. Сюрпляс. Раз, два, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, шоссе. Наклон. Пять, шесть, семь, семь. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Класс. Хорошо, видите, музыка быстрая была. Но и двигаемся дальше. Следующее движение у нас будет небольшое действие с продвижением вперед или назад. Значит, так как мы с вами закончили на правой ноге и левой у нас свободно, мы с левой ноги следующее действие делаем шаг вперед и накрест. Раз. Дальше выставляем ногу в сторону правой на подушечку. Частично переносим вес тела
и на месте топнули два. Левой ногой. Теперь правой мы идем накрест. Раз. Левой в сторону. И. Два. Повторяем. Левая накрест. Правая в сторону. Левая на месте. Правая накрест. Левая в сторону. Правая на месте. Продолжаем делать только эти шаги. И раз. И два. Три. И четыре. Пять. И шесть. Семь. И восемь. Повернусь к вам лицом. Левой ногой мы делаем закрест. И в теле смотрите, что происходит. Мы идем противоположная сторона к противоположной ноге. Левая нога и правое плечо мы закрываем. Хоп, закрыли. Выставили ногу в сторону, поменяли направление. Делаем замах. Теперь мы шагаем правой ногой и левое плечо навстречу, накрест. И раз. И два. Накрест. И два. Вперед накрест, в сторону и на месте. Начинаем с левой ножки. И раз, и два, три, и четыре. Немножко двигаемся вперед. Пять, и шесть, семь, и восемь. Сейчас я встану боком. Посмотрите на то, где находится у меня тазобедренный сустав. То есть, когда двигаюсь вперед накрест, у меня таз впереди. А впереди относительно моих плеч. Да, то есть у меня плечи сзади, грудная клетка внутрь закрылась. И мы идем вперед. Раз и два. Раз и два. Таз впереди. Вместе со мной приготовились. С левой ножки. И накрест в сторону на месте. Накрест в сторону. Топнули. Раз и два. Три и четыре. 5 и 6, 7 и 8. Отходим назад. Еще раз. С левой ноги. И раз в сторону. И 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Значит, противоход, про который говорил, это неспроста. Представьте, что у вас в руках длинная юбка. Или для мужчин это может быть вот эта вот проща, да, тореадора, тряпка, да, которой мы дразним быка. У девушки все-таки это длинная юбка, склоняюсь, да, им проще понять замах, да, и мы двигаемся в противоход. Значит, вот у нас была открыта левая нога, и мы шагаем левой ногой, а юбку мы замахиваемся правая рука вперед, левая назад. Раз и два. Теперь смена юбки. На первом шаге только противоход мы делаем. Три и четыре. Противоход. Пять и шесть. Семь и восемь. Продолжаем. Раз и два. Юбка. Три и четыре. Пять и шесть. Семь и восемь. Да, для удобства можно взять прямо надеть юбку. Взять. Или что-то еще, да, повязать. Значит, приготовились. У нас было 7, 8 мы пришли. Руки открыты. Дальше мы идем. Противоход. Раз. Правая перед собой, левая за спиной. В сторону. И два. Смена рук. Три. И четыре. Пять. И шесть. Семь. И восемь. Посмотрите, один раз я к вам встаю. Значит, лицом мы пришли в позицию. У нас было открыто. И дальше мы сразу же делаем шаг накрест и замах руки, да, не прижимать к себе, объемно. И два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Вот таким образом мы двигаемся вперед, продвигаемся. Я к вам зеркально, приготовились. Значит, идем, левая нога накрест, правая рука вперед. Раз, в сторону, и два. Шаг накрест, поменяли руки, три. И четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Давайте продолжим. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Класс, еще раз. Левая нога, правая рука. Хоп. Да, как будто бы здесь так блок ставим. И раз. И два. Другой рукой блок. Три и четыре. Пять
И 6, 7 и 8. Поворачиваюсь к вам спиной вместе. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Повторяем, у нас будет всего четыре таких бетафога. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Все это действие делается на полусогнутых ногах. На полусогнутых мы уходим немножечко корпусом в сторону, да, потому что частично переносится вес тела на втором шаге в сторону, чтобы создать объем, да, показать характер испанской тематики пасодобля. С левой ножки, с руками. И внизу, и два, внизу, и два, внизу, и два, внизу, и два. И смотрите, у нас левая нога сейчас свободна, мы можем снова начать делать сюрпляс, например. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шоссе пошли влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, смена. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Открытая позиция в руках у нас, восемь. И на первом шаге мы резко меняем положение рук. Накрест. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и сюрпляс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед, накрест. Раз, и два, три, и четыре, пять и шесть, семь, сюрпляс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шоссе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Топнули. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ботафога. Три, четыре, пять. Сильные ноги. Семь, восемь. Раз, два. И для того, чтобы нам контролировать пространство, мы можем на шоссе чуть-чуть менять траекторию. Отошли для того, чтобы нам было куда-то двигаться. Да, конечно же, когда мы ставим какую-то хореографию, мы четко заучиваем направление, куда мы идем. Сейчас мы используем то пространство, которое у вас есть. И даже танцуя это шоссе, его можно станцевать даже по дуге. Если, да, там некуда идти. Да, то же самое, что... Ботафогу мы можем танцевать без продвижения вперед, станцевать ее на месте. Да, отлично. Пробуем под музыку. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вперед. На крест. Два, три и четыре. 5 и 6, 7 и 8. Класс. У нас остается еще одно с вами движение, но очень простое. Так называемый Grand Circle, большой круг, который мы будем с вами делать на базовом шаге вперед. Что есть базовый шаг для пасодобля? Это когда мы делаем с вами простой шаг вперед с характером пасодобля. Мы подали вес тела вперед, мы начинаем переносить вес тела по стопе, готовится нога, мы скользим по полу, и в конце мы обязательно наступаем с пятки. Да, у нас не будет с вами такого, как в балете, когда мы идем с подушечки. Это неправильно. Пасодобль – это насыщенное движение, мы наступаем на пятку. По полу, по полу, по полу, и в конце на пятку. По полу, по полу, по полу, в конце на пятку. Развернулись и обратно. Пробуем. Подали вес тела вперед. Мы делаем шаг вперед, выносим колено, стопа скользит, в конце наступили на пятку. Сзади нога сильная, мы доносим вес тела, скользим по полу, по полу, по полу, подаем таз. Шаг, вытолкнули себя, вытолкнули себя. Да, и мы с вами сделаем такое действие по кругу. У нас закончилась с вами последняя ботафога с левой ноги. Повторяем за мной. И теперь мы делаем с вами большой круг, мы шагаем вперед с левой ноги по дуге
Идем в обратную сторону лицом и возвращаемся на исходную точку. Шагаем с левой ноги, пошли вперед. Раз. По кругу. Два. У нас 8 шагов. 3, 4, 5, 6, 7. Собрали ноги. 8. На. Значит, в зависимости от того, где у вас есть пространство, впереди или сбоку или сзади, мы двигаемся следующим образом. Если у нас есть пространство впереди, то мы начинаем первую дугу, большую часть, закладывать вперед. И дальше мы возвращаемся на исходную точку. Если впереди мы понимаем, что у нас места нет по какой-то причине, неважно, да, мы очень активно продвинулись на ботафого, то мы первый шаг сразу же поворачиваем влево и затем уходим в обратную сторону назад. Да, то есть учимся использовать свое пространство и, зная то, что у вас 8 шагов, нужно выбрать такой диаметр круга, чтобы здесь получилось 8 шагов. Давайте вместе со мной Grand Circle с левой ноги начинаем шагать вперед по кругу. И раз, продолжаем, два, по кругу идем, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Почувствуйте, что вы правильно используете свое пространство, да, что вы не сделали поворот, сказали вам сделать круг, и вы сделали круг, вернулись раньше времени на место и топчетесь. Нет, мы наоборот занимаем максимально большое пространство, исходя из того, что мы можем успеть сделать. С левой ноги пошли. Раз, два, широко, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторили. И раз, и два, и три, и четыре, пять. 6, таз двигается вперед, 7, 8, есть, прекрасно. Повторим еще разочек. И левая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Что делают руки в этот момент? Значит, мы закончили с вами последние 7 и 8. У нас левая нога свободна, стоим мы на правой ноге. Значит, левая рука впереди, правая сзади. И мы двигаемся вперед за рукой. Раз, два, открываем руки в стороны. Три, по кругу, четыре. Возвращаемся. Пять, шесть, семь, восемь. Все, нейтральная позиция для того, чтобы начать делать сюрпляс с самого начала. Да? Приготовились еще раз. У нас левая рука впереди, левая нога свободна. Пошли по кругу и за рукой мы открываем, отодвигаем пространство левой рукой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стою к вам лицом. Смотрите, закончили 7-8. И когда я шагаю вперед, отодвигаю пространство перед собой. Открываю руки в сторону. Раз, два в сторону. Три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Выпрямился, опустил руки. Пробуем. Левая впереди. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, мы пришли в исходную точку. И теперь мы делаем сюрпляс. Давайте соединим все вместе. На месте. Начинаем с левой ножки танцевать сюрпляс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 шоссе влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Топнули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ботафоги пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И гранд круг. Большой сёркл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да. Все названия собрал в одно, большой круг, он и есть Grand Circle. У меня получился большой Circle и Grand круг. Вот такое сочетание. Итак, 4 движения. Сюрпляс, шоссе лево-право, ботафога и большой круг. Все сначала. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шоссе влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на месте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вперед, ботафога. 1, 2,
3 и 4, 5 и 6, 7 и по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, все сначала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вперед. Раз и два, три и четыре, прям пять и шесть, быстренько. Семь и восемь, круг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и под музыку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шоссе. Раз, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Апель. Два, четыре, шесть, семь, батафога. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь по кругу. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь. Сюрпляс. Три, четыре. Шоссе лево. Раз, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ботафога, ботафога, ботафога. По кругу. Пять, шесть, семь. Сюрпляс. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шоссе. Продолжаем до конца мелодии. Батафога. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Гранд Сёркл. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Сюрпляс. Шоссе. Обратно. Батафога. Раз. Четыре, пять, шесть, восемь. Сейчас предлагаю попробовать протанцевать без остановки 2 минуты, да, эту связку под медленный темп танца пасодобль. Поехали. 5, 6, 7, в сторону шоссе. 3, 4, 5, 6, 7, апель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, батафога. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь, гранд сёркл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, сюрпляс. Раз, два, три, четыре, кисти работают. Семь, восемь, шоссе. Три, четыре, пять, шесть, семь, и апель, обратно шоссе. Батафога, накрест, руки перед собой. По кругу шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шоссе пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Апель и обратно. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Накрест. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Гранд Сёркл. Три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шоссе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Апель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ботафога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Гранд Сёркл. Раз, два, три, четыре, семь. И начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шоссе. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вперед. Батафога. Накрест. Три, четыре, пять, шесть, семь. Гранд Сёркл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И я к вам лицом. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пошли шоссе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Апель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вперед. Накрест ноги и руки. Противоход. И гранд сёркл.
Оле. Да. Итак, знакомство с танцем по Садоблю у нас с вами свершилось. Мы станцевали 4 движения под музыку. Пусть это пока замедленный тренировочный темп, однако мы положили начало этому танцу. Хорошо. Ну и в конце урока в качестве заминки расслабляющий танец. Клубный латины танец бачата. Раскачиваемся, отдыхаем, вдох-выдох. Пластичное, плавное движение. Основной шаг. Право. И бедро. Бедро. Up. Up. Назад. И вперед. Раз, два, три. Бедро подняли. Шаг, точка, точка, и шаг, точка, точка, и побыстрее. И остановись, прав. Спасибо огромное вам за урок. Практикуйтесь, тренируйтесь и до скорых встреч. Пока-пока.